вот такой славный город Саран. 7 утра. Наши приключения, начинаются. Вот. Эти люди портят мне видео. Естественно, проспект Ленина. Центр клевый. Как и везде. Здесь вот около вокзала такой памятник героям стратонавтам. Там написано федеральное смузи. Вот. Смузи. Вот такой вот он Freedom. Это на английском. Привет. Взяли местного квасу. Чем мы на переходе? Очень вкусный, прям очень вкусный. 0,5-26 рублей. Привет, Саранск. Да, нам очень нравится Саранск. Еще, оказывается, сегодня и пивной фестиваль. Потрясающие новости. Очень гостеприимный город. Знает, как нас встречать. Мы подходим к площади Тысячелетия. Это Мордовский государственный университет. Такой красивый. Это вот мои друзья. Да, мы идем посреди дороги, обратите внимание. Потому что все перекрыто. И собор Ушакова. Вот тут так празднично. Даже, по-моему, кто-то к выступлению, да, готовится? Да. Пивной фестиваль. А, пивной фестиваль. Мы ждем пивной фестиваль. Вот Артемка и Славка. Запивака. Половинки пестрых радуг, половинки пестрых радуг, сложены на зло дождем. Идем в парк Пушкина. Девочки занимаются спортом. Особенно Ксюша. Мы на Босфоре занимаемся спортом. Вот, особенно Ксюша. Мы на колесе обозрения. Обозреваем. Где? Там на Плакарске. Да. Там было кафе. Вот здесь, по идее, пивной фестиваль. Стадион, куда мы потом пойдем. Не, там вообще кайфово. Вот старый стадион. Там что-то вроде парка отдыха. И новенький стадион. Вот это похоже на голубиный пляж. Уточки, голуби здесь купаются, потому что жарко. Они тоже хотят прохлады. И направляемся мы в Мордовское подворье пробовать местную еду. Здесь часто встречаются лисички. Это символ города. Вот так. Мордовское подворье. Очень прикольный ресторанчик на берегу речки. С местной едой. Мы заказали местные пельмени, они с мясом кабана, блины, пирожки и еще местное блюдо — медвежья лапа. Чем оно примечательно? Тем, что была история о том, что мальчик мужчине, пока он не убьет медведя, он не становился мужчиной, и он не мог жениться. Вот. И, в общем, один такой парень, он, наконец, убил медведя и подарил родителям своей невесты медвежью лапу. Вот так вот понеслась. Вау!
Также, придя в этот ресторан, можно выучить мордовский на двух наречиях. Вот, девочки, пытаются. Бадряста. Бадряста. Це перста. Це перста. Ваша кухарка. Шпарта. Спасибо. Так, наши пшеные блинчики. И принесли пирожки. Там получается с капустой. Пирог панжакай. Это с картофелем и луком. С яблочком. С мясом и ватрушечка. Ну как вам, девочки? Чем-то отличаются от просто блинов? Да. Но они потолще, как можно заметить из-за внешнего вида. Сметанка очень вкусная. Вот они, пирожки в разрезе. Вкусненько, да? Ой, вот и пельмешки подошли. И вот она, наша медвежья лапа. Огурец можно брать. Мы решили взять алкомороженое, ну, конечно, видео. Вот. У меня мохито и ревнивая маргарита. Вот. Девочки тоже заказывают. Очень похоже на коктейль. Да. Я поддерживаю. Ксения Андреевна всегда права. Вот. Молодец какая. Тоже символ республики. Лисичка из цветов. Девочки мои. Уже направляемся к стадиону. Грамм-театр. Музей мордовской народной культуры. Очень красивый домик. Дороги все перекрыли. Вообще все перекрыто. Вот, вообще все перекрыто. Что, правильно, ребята говорят. Где-то можно. Короче, там есть парк, и в парке есть еда. Парк по имени Пушкина. Посмотрите по карте. Не-не-не, вот там вдоль реки. Да. Мне кажется, по дороге не можно сказать, там автобус стоит. Где там? Давайте вот пойдем. Да, она закрыта. Пойдем? Все говорят, все перекрыто. Вот, в общем, идем мы. Посреди дороги к стадиону, и там должны быть всякие развлекательные конкурсы, все такое. Так, сейчас в дело вступает Ксюша 5000, ей нужно сделать, провести шикарную фотосессию посреди дороги вот этой вот. Вот эта вот женщина, я даже не знаю, кто это. Вот такой красивый стадион. Коронский стадион. Ксюша, у тебя ногти в цвет Саранского стадиона. Вау, огонь. Вот тут. Из кадра. Может, ты уйдешь из кадра? Боже мой. Такие у меня милые подружки, не могу. Любовь их ко мне просто в каждом слое, в каждом действии чувствуется. Мне так повезло. В общем, я хотела взять просто граффити. Чимэ. Тимуля радуется жизни. Нормальная дорога не для нас. Да, Нин? Опа. Так давай сразу туда. У меня ноги все в песке. Ну что поделаешь? Приходится чем-то жертвовать. Ногами? Ну, конечно. У тебя их две. Че, очень здорово? Это Норовское пиво, а Норов находится в Саранской области. Это значит ничего местного. Такое необычное, да? Да. Ну, в принципе, норм. Норм, ну, войдет.
проходят тут всякие активитис. Естественно, самая огромная очередь за аквагримом. Восхождение к стадиону. Добрались до стадиона. Пока мы у ворот Сан-Марино. Thank you.
partito, Russia, San Marino, assistono 42.200 voti. В общем, вот так вот мы коротаем ночь в ожидании нашего поезда. Уже полупустой бар. Ну, как бы и время по второго, так что... А нам до утра прям. Сейчас мы переместились. Сейчас мы переместились... Да, прошу извинить мою подругу, но сейчас мы переместились в соседнее место. И здесь просто у нас лухари еда. Вот просто вы посмотрите на это. Посмотрите на эти порции. И это всего лишь две брускетты. А время... 02:56. Ну, время 3 часа утра, и у нас это просто лухари. Лухари пятое питание, не знаю, или какое оно там уже по счету. В общем, девчонки, наслаждаемся. Выглядит очень вкусно. И огонь. Супер. Вот и закончилось наше путешествие на матч Саран. Заходим в поезд. Лайкайте мои видюшки, подписывайтесь. Комментировать не прошу. Вот. До встречи в моем новом путешествии.